Короче, мы не успели приехать в Дубай, у нас уже планы, как вернуться из Дубая в Москву. Рассверлен зуб, запломбирован временной пломбой. Люди как будто уехали из этой страны. Уродство, да? Да. Не показывайте, это бесполезно. И татусик стадал, и татусик стадал, и татусик стадал. Drop it. Слушай, сегодня необычный влог, потому что знаете, что произошло вчера? Лена подарила мне 14-й айфон. Смотрите, не такой галимый, как у нее фиолетовый на 512, а она мне подарила фиолетовый на терабайт. Это вообще. Я решил, что я весь этот влог сниму на айфон. А вы потом напишите, как вам качество вообще, и как вам кажется, 14-й айфон стоит своих денег. Ну, сейчас он, конечно, необоснованно стоит. Но вот, посмотрите, это будет весь влог на айфон. А мы сейчас едем на какую-то там это примерку для проекта. Я выпил антибиотики. В общем, влог 36-летнего человека. Yes! А что набирать-то? Сейчас узнаем. Кать, а мы здесь, а вот что на домофоне набрать, чтобы нам открыли? Приехали. Мы приехали уже на примерку, и этот офис, он находится в бывшей квартире. То есть, ну, кто-то снял квартиру и сделал в ней офис. Но самое удивительное, это робот-пылесос, который есть в этой квартире. Сейчас вам покажу. Нажмите палец вверх, это того стоит. Так, ну что же, мы закончили, мы вышли уже, примерили 6 миллиардов. Какая камера у меня грязная, кошмар. Во, все, теперь чисто. Короче, мы вышли с примерки, примерили 6 тысяч миллиардов луков. Мне кажется, мы как будто сезон сериала мерили. Я покажу вам фото, а вот мои луки. Я попросил фотки скинуть, чтобы подумать, вдруг я хочу теперь ходить вот так. Такой стилечек ретро. Вот, а может не стоит. Все, мы теперь все сделали, едем домой. А этот влог снят на 14 айфон. Блин, жесть вообще. Просто купили мне айфон. Только выхожу из такси, и у меня сразу же упал. И просто кусок камеры вот здесь скололся. Я сейчас вам покажу, как это выглядит со стороны. Вот видите? Вот это появилось, вот эта штучка. Вот это и скол. Просто первое падение, я вот теперь чехол уже надел. Первое падение сразу просто какой-то на камере. Скол. Первый день. Все, настроение пропало, айфон. Айфоновый влог снимать уже больше неохота. Как вы сходили на этот? Мы отлично. Все у вас тут? Мейкап-студия? У нас, да. Сейчас я, правда, не знаю, расплачусь или нет. Сколько я буду вам должна-то? 100 тысяч. Извини, я пошел. Мы мусор пойдем выкинем. К стоматологу. Да. Сейчас будешь зубки лечить? Хорошо будешь лечить? Да. Чтоб потом что? Игрушку. Ради этого я приехала. Только ради этого приехала? Ради игрушки, а не ради того, чтобы зубы были здоровые? Да. Просто легендарный, злый монстр, как ты. Я правда хочу научиться у тебя. Что у тебя попалось? Покажи. Брелочек авокадо. Покажи свой маникюр. Ой, я совсем не надо авокадо. Почему? Я захочу папе приятно сделать. Так мы папе и покажем, когда придем. Покажи колечко. Мама мия, вот это да. Ну, а зуб мы не вылечили, к сожалению. Нам снова предложили лечение во сне. Надо бы сейчас обговорить это с муженькой. Потому что лечить еще 5 жевательных зубов и 4 передних. Вот, но передние не к спеху. Главное 5 жевательных вылечить. Хватает Васи на 20 минут. Анестезию делают нормально, но потом, когда начинают сверлить, она начинает ныкать, потому что неприятно. Поэтому сейчас надо будет обсудить про лечение во сне. Может быть, все-таки с
стоит уже. Что-то происходит вообще? Что происходит, рассказывай. Просто у меня не сверх. Ну что, у тебя шею массируют? Ой, кайф! Мама, здорово! Главное не заснуть. Ну, так ты... Чай. Не показывайте, это перспективно. Такая поворачивается ко мне и говорит, попробуй, у меня так вкусно. Ну, так у меня то же самое. Она говорит, нет, нет, мое попробуй ради меня. Кусочек. Очень вкусный, я даже не ожидал. У нее попробую. Я говорю, она такая, ну как? Я говорю, очень вкусно. Она такая... Вася, ты что, ты еще вот это не попробовала? Еще нет. Я вообще сдала. Ты сдала это? Да. Советую, попробуй. Это очень сладкое и очень вкусное. Ну что, начинаем делать дейли-влоги? Иди звони еще раз. Сам концерт, я повара. Блины, я говорю, яйца. Только не делают яйца никогда. Вы что, больная? Куриные яички? Яички. А, вот они вот здесь. Там есть... От... Мама! Завтра с утра звезды. Вась, остановись. Дочь, остановись, пожалуйста. А тебе? Ты не съешь, малышенька. Это папа. Все, клади. Красивая футболка у тебя, жалко, у меня такой нет. Красивая футболка, я не понимаю, очень. Да? Что за футболка у меня? Да, согласен. Красивая. Так, где наш лифт?
Пока мы идем погулять, чтобы посмотреть, как там наш Дубай без нас, как он, что изменилось, что осталось прежним. Вот, пойдем по тем же местам, где мы были, пойдем. Куда мы идем? На песочную площадку. Короче, мы идем на песочную площадку и вместе с нами пойдемте. Не раскрывай все секретики. Ну, на первый взгляд, все то же самое. Пока ничего не поменялось, очень жарко и очень Дубай. Ну, а сейчас Елена Сергеевна нашла одну штуку. Если мы здесь сможем ее вам показать, вы офигеете. Это, конечно, топ изменения. Получилось найти? Заезжай. Заезжай. Ой. Ой, стекло его грязное. О, запустили, не было у нас. Помыть некому. Мы здесь первый день, по сути дела, ходим. Ну, может быть, второй день мы ходим здесь по Дубаю. И мы снимаем кепку. А еще мы офигеваем, знаете, от чего? Здесь кого нет? Людей. Просто. Люди как будто уехали из этой страны. Как говорит муж, он считает, что сейчас не сезон. Но мы поняли, что очень много людей приехало в Дубай. Тут и так много русских, ну, типа, сейчас еще больше русских. Но мы ходим и никого не видим. Мы встречаем людей, но их мало. Я думала, что сейчас будет заполнено, плюс жарко, люди будут купаться. Сегодня шли, пляж вообще пустой. Все зонтики сложены были. Реально. То есть мы сколько были в Дубае, мы впервые в жизни в таком... В тихом Дубае. В тихом Дубае. То есть нет людей. Мы такие... Может, мы какой-то... Еще мы делаем, на туфлях. А, вот. Ну и мы идем куда? Во вкусно и точка. Yes! Но он тут, правда, называется по-другому, как-то... как-то... Макдональдс? Макдональдс. Вот видите, на той стороне стоит аппарат. Это аппарат, который наливает воду бесплатно. То есть абсолютно офигенная чистая питьевая вода. Абсолютно бесплатно. Ты можешь ее там пить сколько угодно, в бутылки набирать. Но это еще не все. В этом году они еще открыли такие же аппараты, но с хлебом. Называется Bread for All, типа хлеб для всех. Вот. И он бесплатный, прикиньте, типа ты подходишь к автомату, нажимаешь, там, выбираешь булку, какую хочешь, и тебе она выпадает горяченькая, тепленькая. И тут... Что? Типа вообще офигеть. Они на каком-то другом космическом уровне дубайцы. У них вода, у них хлеб. Мне кажется, мы через год сюда приедем, у них здесь будет аппарат с бесплатными машинами, а потом с бесплатными квартирами. Типа, ну, нажал, выдало. Все идет к этому. Блин, а если в вашем городе можно было бы поставить аппарат с бесплатным чем угодно, вот с чем бы вы выбрали, напишите в комментариях. Мне кажется, я хотел бы аппарат с бесплатными, ну, наверное, деньгами, да? Это, наверное, самое удобное. Такой, пришел, сколько тебе надо, взял, пошел покупай, что тебе надо. Вопрос. Если можно было бы открыть в твоем городе любой аппарат с бесплатным чем угодно, с чем бы ты хотела? Вообще никаких стопов. Со свежими круассанами. Можно сделать аппарат с квартиры, с деньгами, с машинами. Да. Я думала, ты про еду только. Блин, ну это неинтересно. Мне интересно по одной простой причине. Ты получаешь крутую машину, ни у кого такой нету. А тут не разлагуйся, с чем ты. Каждый сможет такую машину себе взять в этом аппарате. У каждого будет брать себе разные машины. Кто-то Бугатти, кто-то Феррари, кто-то Ладу. Не хочу такой аппарат. А? Не хочу такой аппарат. А какой ты хочешь? С круассанами. Помнишь, мы вчера с тобой подумали, что мало народа? Просто. Нету нигде в городе, потому что они в воде. Очки у тебя, конечно, вообще. Уродство, да? Да. Выкину сегодня. Говорят, тут в Дубае влажность бывает 90%, в сентябре была. Сегодня 70% влажности. Посмотрите на Василису. Покажи волосы. Это она просто побегала на детской площадке, и она как будто в бассейн нырнула. Мы все вообще в футболке. Я впервые заметил, что у меня такого никогда в жизни опыта не было, что у меня на районе живота мокрое пятно, знаете, такое на пузе. Это интересный опыт, 70% влажности. А у нас сегодня на ужине стол с лучшим видом, просто посмотрите, как выглядит. Почему мы тут вообще никогда ни разу не сидели? А? Шестой раз в Дубае или какой? 50-й? Просто я не всегда пользовался своей бородой. Я сегодня пришел с бородой, говорю, поняли. Привели нас, смотрите, за какой стол, где просто вид. Сердечко. Видел? Я заказал. Я заказал сердце. И еще раз, покажи, и всякие волны. И еще колесо. Всякие волны. С праздником. С каким? Мы сегодня какой-то точный праздник есть, так что с праздником. Please мини-бургер. You want мини-бургер? Yes. You want chicken or beef? С курочкой или с мясом? Курочка, чикен, биф, мясо. Бери биф. 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 You want cheese? You want a cheese? С сыром или без? С сыром или без? Без, как сказать? Скажи, без сыра ты хочешь? Without cheese. Without cheese. Without cheese. Without cheese. Want drink something? Что-нибудь пить будешь? Punch. Okay, I did it.
еще раз, как называется? Лебединое озеро. Браво, браво. Бис. Аплодисменты. Аплодисменты. Знаете, как я сейчас покажу вначале? Да ты что? Сколько раз был на Лебедном озере, это самое лучшее. Вот так вот, вот так. И сразу в ресторан, да? Короче, мы не успели приехать в Дубай, у нас уже планы, как вернуться из Дубая в Москву. Лена, у нас только, друзья, этот сезон будет такой интересный про Дубай, потому что мы сюда решили, мы же, когда улетали оттуда, мы что решили сделать, когда в следующий раз? Мы решили вернуться на зимовку. Мы да. просто подумали, что нам в прошлом году безумно понравилось минимальное количество проведенное время в зиме. Да, как я уже не раз говорил, московская зима не для нас. Не успели прилететь сюда на зимовку, еще зимовка началась у нас еще раньше времени. Она у нас осеневка. Осеневка и зимовка. Вот. Сейчас у нас стоит перед нами несколько квестов. Первый квест – это как снять квартиру без карты. Ну, это опять тот же квест, который был весной. Мы с ним уже сталкивались, поэтому, в принципе, должен даться нам гораздо легче. Да, во-вторых, как прекратить Лене носить этот тортотик, потому что, ребята, я сегодня просто до слез смеялся. Я сегодня снимал кадр для влога. Я не знаю, войдет ли этот кадр во влог, да, но я просто... Они пошли с Васей спать, а у меня до слез вот смех был. Сейчас покажу вам фотографию Лены. Я пришла в номер, первым делом, знаете, что сделала? Выкинула очки эти. Скажи! Иди сюда. Зачем ты выкинула эти очки? Она похожа на Сида, который на техно поехал. Зачем ты их сегодня выкинула? Нет, еще нет. Так, а еще важное. В общем, нам надо снять квартиру. Не знаю, вот Лена так уверена, но надо все равно искать. Сейчас пока нет ни одного варианта, который нам готов сдать за кэш. Старт. Что еще важно? Они улетят через пару дней, через неделю они улетят от меня. Я 10 дней буду жить здесь, в Дубае, без них. Мы поменялись, наоборот, телами. Помните, они здесь, кто смотрит давно на наши влоги, они здесь жили в Дубае без меня. Мы тогда 2 дня без тебя жили всего. 2, ладно, 3 примерно. В общем, остаюсь один в Дубае, так что если кто-то хочет, приезжайте. Звучит странно. Да, звучит странно. Приеду. А тут никого нет в Дубае, с кем я из друзей буду видеть. Здесь никого нету. Что делать? Клич. Кинь в этот, в Инстаграм. Я кидаю клич. Друзья, 10 дней у меня будет, да. А я уже волнуюсь. Ты уже в предвкушении, как вы вернетесь, будете там в Москве тусить? А я уже в волнении. Я в предвкушении, как мы вернемся сюда с вылеченными зубами, и этой проблемы не будет у меня. Потому что у меня сейчас все мысли только о зубах. Потому что рассверлен зуб, запломбирован временной пломбой. И я переживаю, как бы он не начал беспокоить. И вот как бы я хочу быстрее уже поехать. Просто я одним днем мы просто сделаем во сне лечение. Просто весь кариес, весь залечим. Ну, а на передних оставим, ладно, они выпадут скоро. А этот залечим, вообще кайф. Все, и вернемся к тебе со здоровым, красивым ртом в коронках. И приставку мне привезешь, да? Приставку привезешь. Блин, вот если бы мне приставку привезли ты там, как в первый день бы ушел, приставку, и все. Я бы 10 дней провел бы в Хитмана поиграл бы, да, или во что-то подобное. А так надо будет мутить бизнес, я буду придумывать бизнесы. Как Митрошина, она за день 10 миллионов заработала. Вот, и ты, тебе надо за 10 дней 10 миллионов заработать, сможешь? Нет, это получается, это... В день по миллиону. Что я для тебя... Сейчас, секундочку, Вась, что я для тебя хуже Митрошина? Мне надо, получается... Ну, начнешь с малого, потом дальше, все, мы вернемся, сразу же поставишь себе в день 20 миллионов. Прыгнешь выше головы Митрошина. Не, надо за 10 дней по 100 миллионов, по 10 дней, по 10 дней по 10 миллионов. 100 миллионов. И первый способ, Пошлите. Это, конечно же, одежда. О, точно, я привезу еще Василисягу сюда. Смотрите, друзья, новый Кукаяка Рич Клаб, это толстовочка, которая выйдет сейчас вот-вот. Посмотрите на эту вышивку. Это косплей на Sporting Rich и NBA логотип. Просто, все, вышивка. Знаете, какая вышивка? Просто биш. Это очень дорого, это очень круто. Да, белая, но... Ну, согласитесь, она того стоит, смотрите, просто. Вообще кайф. Кайф. Пойдемте обратно. Ну, в общем, вот такие дела, друзья. Прилетели, ищем квартиру, остаюсь один. Новая коллекция Кукаяка Рич Клаб. А вы говорили, влог. А я говорю, да, влог. На сегодня все. Обязательно подпишитесь на канал, потому что мы идем к 1 миллиону подписчиков. Для нас это очень важно. Вот, и увидимся с вами в следующую субботу. Пока.